Всем привет, YouTube привет. Вот у нас в гостях Volkswagen Polo. Вот такой вот полик у нас. 1,4. Чуть-чуть он тут подранился. Одна дверь, вторая. Ну, тут где-то полосы, где-то вмятины. Ну, вопрос не в этом. Вот такой у нас бампер есть. Естественно, что тут хочешь не хочешь, надо все красить. Сейчас посмотрим, как снимается на нем бампер. Кому-то это пригодится. Лучше один раз посмотреть, как говорится, как это вживую делается, чем придумывать что-то или где-то долго и нудно искать. Видео посмотрел и уже имеешь представление, что и как делать. Вот, продолжаю я эту серию по разборке. Многие ребята подключились. Спасибо, им тоже снимают машинки. Еще раз повторюсь, проще один раз увидеть, чем что-то придумывать Для того, или чтобы искать. снять вот эту вот решеточку, здесь она крепится. Вот. Раз и два. Берем вот такой ключик. И потихонечку все это дело берем, откручиваем. Вот они, эти два болтушочка. Потом переходим сюда. Здесь у нас откручивать надо то же самое. Вот. Раз, два. Дальше здесь залезем под защиту. Скорее всего, будет здесь что-то прикручено. Сейчас посмотрим, как это получится. Для удобства доступа вот к этим болтушочкам. Вот они у нас, да? Лучше колесико выкрутить в сторону. Вот, и берем, потихоньку выкручиваем. Но я показывать, как выкручиваю, не буду долго. Просто буду показывать те места, где надо эти болтушочки выкрутить. Ну вот, что мы видим. Вот раз место, два и вот три. Здесь еще будет вот в этом месте еще один болтушочек. Вот отсюда он держит бампер тоже. С той стороны то же самое. И естественно проходим мы вот здесь по низу бампера вот так вот в круг. Там снизу будут тоже такие же болтушочки. Когда мы отсоединили, сняли отсюда защелок. Вот, приступаем к верху. Вот она, верхняя наша панель черная. Здесь такие вот надо отжимать отверточкой. Раз, два, три, четыре штучки защелки. Вот такие они у нас. Отжимаем и выводим на себя. Вот так они выглядят. Вот они, защелочки. Раз, два, три, четыре штучки. Вышли. Идем дальше. Снимать бампер. Тут одна небольшая заморочечка была. Значит, для того, чтобы снять вот эти вот вещи, вот две защелочки здесь есть. Вот. Сейчас я покажу, как это делается. Все, в принципе, как на немцах, легко и просто, но вот этот вот надо вот так отвести вниз, и бампер выщелкивается. Вот он, вот этот уступ надо надавить у нас вот так вниз, и бампер выщелкивается. Но здесь вот эта вот панелька черная очень плотно стоит вот на таких вот зубчиках. Вот, они заходят вот сюда, вот эти зубцы. Сейчас покажу поподробнее. Вот здесь выступы, и надо аккуратно, широкой отверточкой, подлазить вот так, и их отдавливать. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть мест, где надо вот эти вот зубцы, чтобы вышли. Здесь по центру, вот в этом месте, это просто направляющая. Здесь зубчиков нет. Зубчики находятся у нас
вот с этой стороны. Вот, аккуратненько вот так поддеваем. Вот. И вот 6 мест выходят. Иначе эти крепления, ну, можно просто сломать и все. Вот он, бампер наш вышел. Дальше, как говорится, проблем особых нет. Здесь вот есть еще, бывает на этих машинках, в этих местах, туманки стоят. Ну, в данном случае туманок нет. Вот, то же самое, чтобы снять вот эту часть, снимаются сначала края. Вот, края снимаются. Вот их тут куча защелок. Снимаются края, потом снимается вот эта центральная часть, поскольку эти края вот так заходят сюда, на нее, вот таким образом. И надо снимать сначала вот эти вот вещи, левую и правую часть, потом снимается центральная часть вот эта, вот. И вот он, наш бампер. Единственное, что осталось, вот омыватель и фар отключить. Но это, я думаю, проблем больших не составит. Сейчас покажу, как это сделать. Здесь такие зубчики. В них защелкиваются шланги. Выводим оттуда. Вот. И вот непосредственно наш омыватель фар. Вот так вот все это делается здесь. Чтобы жидкость не сливалась с этого бачка, я как-нибудь постараюсь сделать так, чтобы где-то здесь ее прикрепить, и чтобы жидкость была на месте. Вот он, наш бампер снятый, почти разобранный. Осталось снять только омыватели фар. Вот они. Вот, а здесь на бронеленточку приклеил, чтобы вот этого вот свинства в гараже не было. Не люблю, когда в гараже грязно, неаккуратно. Сейчас надо замести и, в принципе, надо вымыть все, вычистить, поскольку тут, пока машинка ездила, грязюки много, и можно заняться непосредственно уже ремонтом. Ну вот, финиш, как бы. Вот так в баночке у нас остается куча болтушочков. Вот так одним практически инструментом можно снять бампер на фольце.